руководство региона, на самом деле, это главный фактор, который сейчас в России определяет, насколько регион успешен, насколько создан инвестиционный климат. Чувашии, на мой взгляд, в этом плане повезло, что, собственно, и доказывает 9-е место в всероссийском рейтинге. Это очень высокое место, с учетом того, что есть такие лидеры, безусловные, как Калуга, Татарстан и другие.